Ребята, всем привет! Вы на канале Лиза Настя. Да-да-да-да, вы не ошиблись. Ребят, сегодня такой классный праздник. День смеха, 1 апреля. Ребят, я желаю вам, прежде всего, чтобы вы были счастливы, чтобы вы всегда улыбались вот обычным мелочам, которые вас окружают. Не расстраивайтесь, что так долго приходится всем быть на карантине. Мы сильные, смелые, здоровые. Сегодня 1 апреля. За последнее время Лиза сделала уже невероятное количество пранков. И, ребят, сегодня 1 апреля. Я очень надеюсь, что у Лизы нет никаких идей по поводу пранков, но зато я этот день пропустить не могу. Да, сегодня, ребят, сегодня будут такие мелкие шутки, мелкие пакости, мелкие пранки над Лизой Настей. Потому что это же ведь день смеха, правильно? Посмеемся вместе. Ребят, не буду придумывать ничего такого, там, я не знаю, как Лиза там выдумывать, там, то тату сделала, то еще что-то. Будем делать сегодня вот именно такие маленькие, детские, мелкие пакости. Погнали. Я вспомнила много таких детских шуток из своего детства, из своей школы. Их будет очень много в этом видео. Поэтому, ребята, не переключайтесь. Обязательно ставьте лайки, если комментарии открыты. А я видела, что у Лизы комментарии уже открыты. Обязательно пишите, как вы провели сегодняшний день, как вы подшучиваете над родителями, над своими, над братиками, сестричками, как над вами подшучивают. Радостно ли вам сегодня, грустно ли вам сегодня? Обязательно все пишите в комментариях. А мы поехали. Первая шутка будет... Я думаю, вы догадались, что это будет. Лиза. Лиза. Окей. Посмотрите, что мы делаем. И мне придется вымыть свои руки. О, боже мой, какой ужас. Блин, я не умею снимать отражение, это прикольно. Ребят, я думаю, Лиза, когда сейчас будет заходить в свою комнату, она будет очень рада. А наше дело сейчас где-то спрятаться. Лиза идет, надо спрятаться как-нибудь. Слушай, что это за... С 1 апреля! С 1 апреля, доча! Чем ты меня обмажешь? Паста зубная. Боже, она... я так люблю зубную пасту, да? Кушать. Любишь? С 1 апреля, Дотя. Нет, нельзя. Показать, насколько реально это жестко. Любишь пасту? Нет, меня вымазывать не надо. Не надо, не надо, не надо. Нет, нет, нет. Я тебя люблю, надо, Даня, надо за тебя смеха. Надо тебя обмазать. Зачем побольше ты это делаешь? 1 апреля, Дотя. Я тебе ищу, ты ищу. Что может прийти в голову, чтобы такое сделать? 1 апреля, это же не в голову пришло, дочь. Ребят, заказывайте Лизочкины планеры, они очень крутые, Лиза старалась. Лиза очень тщательно прорабатывала каждую страничку. Я вам покажу, они реально очень классные, вообще очень-очень классные. Можно там поразрисовывать что-то, можно написать... А, можно выполнять какие-то челленджи классные на каждый день. Именно есть список дел, количество воды, мой день, как ваш прошел. Ребят, очень классные планеры, я вам рекомендую по ссылочке в описании. Лиза сейчас кушает, но с папой болтает. Сейчас я придумала кое-что еще. Какие домашние разговорчики. Нам не подслушать. Сейчас Лизу попрошу подать мне эту чашку. Лиза, можешь на секундочку помочь мне? Подай мне, пожалуйста, чашку, вот там стоит возле умывальника. Вытирай быстрее, что ты делаешь? 1 апреля! День смеха, вишу, так вытирай быстренько, она вода на пол потекла. Лиза, бегом! Держи чашку. Да мне не нужна чашка. Мне надо было, чтобы ты ее подняла. Чем просто и все. Я не знаю, полотенце вытирай быстрее, пока на пол не потекло. Лиза даже не успела заметить, что там вода. Но я же тебе говорила, Лиза только подойдет и сразу поднимет ее. Я не знаю, чем это вытирать, мам.
Это прикол. Я надеюсь, вы посмеялись вместе со мной. Следующий пранк просто вообще. Мне он так, я вообще сама смеялась, вообще, когда первый раз о нем узнала. Звоним Лизуне. Лизунечке звоним. Китюнечке звоним. Самое главное, чтобы Лизочка взяла трубку, когда мама звонит. Блин, и в пасте все. Лиза меня вымазала. Я не знаю, как нужно Лизе дозвониться, честно, серьезно. Алло. Слушай, Лизунечка, короче, рассылка только что была в Вайбере. У МТС будут проводиться технические что? Работы, и нельзя брать трубку в ближайшие 15 минут, потому что может там что-то коротнуть, может, телефон может испортиться, понял? Из-за телефонного звонка, мам? Да, ладно. Кто бы ни звонил, сейчас не бери трубку, в ближайшие 10 минут. Окей. Давай. Смотрите теперь дальше. Звоним еще раз. Мам! 1 апреля! Никому не веря! Почему 1 апреля! Ты не понимаешь, что мне страшно, блин! Это розыгрыш, Лиза! Сегодня 1 апреля! Ты что, до сих пор как от пасты не отмылась? А ты что, до сих пор пасты не отмыла? Почему? Где? Лиза! Да ладно! Ну ладно, сейчас вы... Ну смешно, мам. Первое апреля. Мама, 1 апреля, это когда смешно. 1 апреля, никому не веря. Все, понятно? Поговори. Короче, я от пасты уже отмылась. Сейчас я вам покажу еще один такой прикол. Отправим Лизе анонимный смс. Что прочитали? Смс. Смс. Тогда я не знаю, она будет ли она читать смс вообще, в принципе. Мама, ты не снимала у меня с карты 200 гривен? Я у тебя с карты 200 гривен? Зачем мне у тебя с карты? У меня есть свои деньги. Пришло сообщение, с вас сняли 200 гривен. Спасибо, что прочитали смс. С вас сняли 200 гривен. Читай побольше смс-ки. Будешь на каждой смс 200 гривен. Мам, ну мне приходит смс, конечно, я ее читаю. Лизочка, 1 апреля, доченька. У тебя никто не помнит. 1 апреля. Серьезно? Да. Смешно. Очень смешно. В общем, все проходит так, как надо. А теперь, ребят, пишем Лизе наклеечку на спину. Я думаю, у многих так было в школе. Если Лиза пойдет сегодня гулять на улицу, то я ей приклею это на спину, на куртку по поводу карантина сразу, чтобы вы не говорили, что карантин, гулять нельзя, гулять можно и нужно, только гулять нужно по одному. Нельзя гулять толпами, компаниями нельзя гулять. Обязательно каждый день мы выходим на прогулку. Я себе придумала такой план, чтобы не стать очень-очень большой к лету, проходить в день 5 километров. Прогуляться, пройтись, пробежаться, что угодно, но выйти на улицу по-любому все должны обязательно. Корешка, поможешь мне 2 минутки? Спасибо. Кто открывает скотч зубами, ставьте лайки. Короче, смотри. Ты стой здесь, туда не выходи, понял? Угу. Все надо приклеить. Лиза на спину. Мама, я не подожди. Хорошо где-то? Да, у меня свитер, потом еще один и... Давай, только не долго и ни с кем не общаться. Хорошо. Пожалуйста, ни с кем не общаться. Можно шаг не делать? Конечно, можно. Пока. Пока. Дима, да, Лиза. Ты реально сейчас? Что такое? Боже, откуда у меня это на спине? Скажи мне, пожалуйста. Доченька, ну 1 апреля же сегодня, это милая. Да смешно, смешно, дочь, ну 1 апреля, смешно, день смеха. Я гуляю, а мне охранник говорит, ну что у вас на спине, знаешь что, мам? Кто? Ты, пожалуйста, ты кого-нибудь... По... Тобой, ты подвезла кого-нибудь? Конечно, мам, очень смешно. 1 апреля вообще идеально. Все, с праздником, дочь, все, гуляй, пока. Давай, с праздником.
праздник. Давай. Давай. Ребят, очень надеюсь, что у вас тоже такое сегодня праздничное, веселое, хорошее настроение. Вас еще раз поздравляю с днем смеха, улыбок вам, счастья, здоровья. И смейтесь побольше и от всей души. И не бойтесь разыгрывать такими, конечно, маленькими, такими маленькими-маленькими пакостями своих родных. Но только так, чтобы всем было смешно, не так, чтобы кто-то обиделся. Потому что если кто-то обидится, то это будет уже не шутка. Это уже будет злая шутка. А вы придумываете такие розыгрыши, когда будет вам смешно, и человеку, которого вы разыгрываете, тоже будет смешно. Все. Всем пока. Я вспомнила кучу. Я вспомнила. Тьфу ты, блин.